Делайте ставочки, делайте ставочки. Делайте ставочки, делайте ставочки. Да, заработала, к сожалению. Ой, к счастью, заработала. Все, ребят, начинаем. У нас тут 5 раундов. За каждый раунд вы получаете 3 бонусных раунда. Классненько, классненько. Похуй. Здорово. 3 балла. Да, давай. Давай, хуйсос. Да, три... Да. А можно спросить тебя вот такой вопрос между нами? Ну, если между нами. Вот ты хорошо ко мне относишься, да? Ну, еще в последнее время нормально. Ну, ты же явно не хочешь, чтобы я проигрывал. Почему ты мне никогда цветы не скидываешь? А мне, Ром, почему? Тихо! Ты-то вообще там этот, жена, бля. Нихуя ты. Слушай, на самом деле вопрос сложный, но я всегда знаю, что вы сильнее, поэтому этот... Даю шанс. Я, блядь! Так, ладно, погнали, первый раунд гениальный, его никогда не было, называется... Если был бы рэпером, меня звали бы Тупак, нахуй. Не потому что я легенда, нахуй. Давай, 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 ну поехали. Алло, бля, Ширма, не командуй. Все, поехали. Первый раунд, 5 слов. Кто хочет начинать первым? Черный мы. Давайте мы. Хорошо, девочки. Мы, смотрите, это тихо, раунд. 5 слов, все, мы проебали 5 слов. Как мы отвечать будем? Короче, в этом раунде, смотрите, у нас есть 5 слов из какого-то трека, ну, в частности, популярного. То есть, и вы будете открывать по одному. Говорю сразу, вы можете попасть в какую-то букву типа А, И, случайно чисто. Это тут будет ролять чуть-чуть рандом. Но в любом случае, треки все известные, вы все знаете, и вам надо будет назвать 5 слов. Если вы открываете одно слово, вы можете получить в этом раунде 4 балла. Если 2, то 3. И вот так до нуля. Ого. Ого, да. А если мы... Подожди, стоп, а мы можем не открывать? Да, конечно. А вдруг там точка будет последняя? Лолита! Там не может быть запятых. Какая Лолита? 5 слов надо назвать. Ну ладно. Давайте, ну, не знаю, я бы последнюю открыла, рискнула. Не, вторую. Давайте последнюю. Ну, го. Последнюю, окей. Найс райм. Блант. Это песня Скиллзора вспоминает. Красава, Максон, если чё, сейчас девочки играют, блять. Блин, красава. Не знаю, песня Скиллзора. Молодец. Умничка, Shadow Cake. Какой-нибудь там, блядь, жирный блант. Так, рядом. Курю, жирный. Бля, Макс, ты нас подставил, сейчас жёстко крыса ебаная. Они не ответят, братик. Забей. Я знаю, кстати. Лер, ты не знаешь? Я пытаюсь вспомнить, но, блядь, я тоже пытаюсь слово. Думаю, Скиллзора сейчас очень приятно, девочки. Сорян. Блядь. Ну ладно, я предлагаю еще одно слово открыть. Ладно, я предлагаю вам сказать, это трек Лин называется. Да я знаю, что это Лин, я не могу вспомнить вообще. Чего вообще взяли, что это трек Скиллзора? Если будет 4 слова, то у него один балл, типа? Какое? Стоп! Третье? А может быть и не Скиллзора же трек? Блант полилон? Может быть, от Джибуда какой-нибудь. Давай, может, первое может слово? Вряд ли. Мне кажется, первое надо, да. Первое? Давай первое, Ром. А, давай, первое. Наливай Алины Кулю Блант. Я? Все да. Твои да подруги, это так. А нахуя ты подскажешь, Вадя? Потому что это мой Скиллзорчик, мой Джибуда маленький. Понятно, почему пацаны так проебывают. На самом деле, давай, next, ебать. Сейчас я буду знать точно, нахуй. Там Скиллзорчик дальше? Да, хорошо. Это было один раз просто. 3 балла вы получаете в этом. Нет, ребята, вы, это дипломатия, они нам потом помогут, когда нас будет... Нет, они не помогут вам. Куча раз такой был, да. Давайте поможем. Ладно, пацаны, я могу вам жесткий совет дать, какое слово открыть. Да. Давай. Нет, не слушать. Давайте четвертое. Можно четвертое? Может, второе? Мне кажется, нет, второе пиздато, потому что можно по второму понять гораздо больше. Не, во втором сейчас первого. Там будет А или О, блять, или на. Согласен со Стасом, второе охуенное. Ну, не, второе не, там не, будет не. Одна буква. Посмотри. Одна буква будет, брат. С чего ты взял? Ну, да потому что он байтит так. Так не подсказывал, да. Чего я всегда ну, подсказываю? Нет, так, смотри, если он подсказал криво, то он хуй, сос ебаный. Ну хорошо, давай второй открывай. Давай. Слушай, второй уже не хочется что-то открывать. Не хочется уже, да? Тогда подожди, тогда давай подумаем. Там одна буква, я говорю. Давай четвертое тогда, похуй. Не, во втором есть еще слово. Тогда иди нахуй, давай второе. Второе? Давай четвертое. Тогда иди нахуй, давай четвертое. Нет, давай третье. Давай, ладно, давай третье. Ладно, Макс прочувствовал. Это как резко зайти банан закупить бонус. И там сейчас... Хочу. А, нет, нет, это не АУ. Давай сразу четвертый открывай. Бля, так... Ну, бля, по такому слову вообще невозможно угадать. Какое? А может это реально, подожди, а может это песня «Я хочу тебя трахать, я хочу деньги тратить». Ну а как тут не подойдет. Ну вообще 5 слов прозвучало. А, чё? Ебать, халява, на! Как
тебя трахать. А, ну я ничего не так. А, ну ебать, ебать ты последовательность поставил. Нормально, нормально. Я пытался вас забайтить на я, вот так вот и доверяйте ему. Да не пытался, не пытался. Все было круто, все было круто, друзья. Почему ты написал? Я хочу тебя. Тут. Окей, четыре. Подсказка сразу подлетела, видишь? Ну, реально. Ебать, какой бы слово хочу это узнали, блядь. Ладно, погнали дальше, девочки. Ну, Илонска. Вадим сейчас скажет. Год тоже третья. А что вы за нами подпиздили? Я бы не знаю, я бы опять вот так открыла. Третья, четвертая, сам нормальный бубль. Ну да, как будто бы. Бурик. Блядь. Какое? Ну давайте, ну я бы последняя, ну давайте третья, если девочки хотят. Третья. Третья. Рискнем. Сейчас и, блядь, стоп. 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 Куда же я иду? Стоп. Куда же я иду? Стоп. Я понял, что за трек. Пиздец, у меня мозг как будто отключился. Может, это нон-стоп. Ночью открытие. Ночью открытие. Абсолютно верно, нихуя себе. Вы охуели, блядь. Нихуя себе. Подлоска. Подлоска. Это изначально пил, это же рефлекс, там, да. Такие девочки с сосочки. Да. Не знаю, что. Одна пела, а вторая постоянно красиво танцевала просто. Нам сейчас либо за два, либо... За ноль надо. Давай, пробуем за ноль. Давай. Так. Сейчас водила. Буша даже водила. Водила. Пять слов. Водила начинает мне сосать. Водила, что? Ладно, давай. Четвертая или третья нажимаем? Прочувствуй. Третья. Давай, третья, доверимся Максу. Не, первая, блядь, первая это Рафал Небал, значит. Номер. Номер. Да, я первый номер, поехали. Да, номер. Я первый. Нет, не подходит. Девочки, я напоминаю, вам невыгодно подсказывать плюс-минус. Да. Ну, похоже, кстати. Номер, поехали вы, ну, типа, мне кажется, так не подходит. Моргенштерна номера. Так, а пять слов? Пять слов. Бля, может, это что-то старое? Так что просто... А, блять. Нет, там пошла Молли была. Нет, это же просто... Подожди, это же предыдущий трек был старенький, да? Ну, типа, да, но его пошла Молли перепела. Ну, это старенький трек. Да. Попытка номер пять? У, это, у этих, блядь. А, моя попытка... Да, у Серебро, нет, Серебро или как она? Попросил ее... А, какой еще старый номер? Старый номер! Ну, прям пиздец старый. Ну что? Попытка. Моя попытка. ЛСП, моя номер было. 5. Е. Yeah. А последнее слово какое? Е. Yeah. Я не знаю. Друзья, как будто надо еще одно слово. Мне подожди, кажется, подожди. Что тут нифига не понятно. Пробуйте первую. Может, последнее? Да, последнее. Последнее Е же говорили, не? Че? Последний факт. Рома что-то говорил. Да, я согласен. Хотите последнее? Давай. Окей. Первое. Да, первая. Кто последняя? Мне Рома, кажется, последняя подожди, была. Рома, открой сам, как чувствуешь, первая или последняя? Похуй, мы на тебя не обидимся. Ага. На рукаве. А порядковый номер на рукаве. Абсолютно верно. Так. Три балла. Блядь, я как будто слышу эту песню. Так, ща. А мой тоже бы, кстати, подошло. Ебать, так легко, сука. Но. Ром, давай next. Сейчас. Че открываем, девочки? Тоже три. Советую вам открыть один. Давно не было. Ультра. Давно. Мега давно не было. На один, может быть, я там, поняли? Ну вот да, так вот. Типа. Надо погоня. Последнюю. Я открываю мир других мужчин. Последняя попробуем. Похуй. Последняя? Вы уверены? Да. Да, да. Лучше, да, лучше первая. Да. Сейчас ошибка. Какой-то будет Е. Ну, ну давай. Он тебя целует. И что? Нет? Да. Не, подожди. А там целует должно было быть четвертым словом. Да. Какая-то хуйня, девочки, вам пизда. Ну вообще очень легко. Легко? Бля. Если это скриптонит, это будет сложно. Схуяли скриптонит вообще. Сисаю просто, потому что это единственное, которое... Песня, которую я никогда не слышала. А это что-то старенькое, Ром, или это новое? Ну, вообще или... нет, вообще нет, не старенькое. Бля. Так. Бля, я знаю, походу. Но подсказывать не буду. Девочка, как будто надо одно слово открыть.
Бля. Так, кстати, сложно. Я что-то вообще мне в голову не приходит. Тут есть вот три клетки, вы можете открыть, и вы сразу поймете, а одна, ну, возможно, не поймете. Роба, ты бы какую открыл? Не скажу. Да, я уверен, короче. Я понял. Вадим, смотри, это вот это. Откуда ты уверен, хуесос? Че, откроем, девчонки, или как? Или попробуем еще? Че, откроем? Треки могут быть сруют. Я вот тоже сейчас перейду. Уже был там, блядь. Вот я говорю, вам главное попасть в три... Ну, то есть шанс у вас один к трем. Не проебаться. Точнее, проебаться. Третье надо открывать, нет? Ну, год третье. Блядь, давай вдруг три. Это самое. Поздравляю, вы не проебались. Да, это понятно. А мой трэп тебя целует. Что любит. Блядь, мы правильно подумали, но это этот, Big Baby Tape. Ну, вообще, как будто не так там. В смысле, он а мой трэп тебя целует? А он тебя целует, говорит. Нет, а мой, по-моему, мой трэп. Нет? Да. Сейчас я проверю, но как будто нет. По-моему, ну, там, да, а мой трэп тебя целует, говорит, что так любит. Так и должно быть, да. По-моему, все правильно, Рамон, чик. Сейчас. Это Big Baby Tape. Так они песню-то правильно угадали или нет? Если да, ну надо пять, трэп, надо пять слов. Пять слов. Это трэп-лов, трэп-лов песня. Что ты проверяешь? Нет, там нету так, там не так, как вы говорите. А как там? Нет, там не так. Что там, но мой трэп тебя целует? Не так. Как, блядь? А, ну ладно, там тоже так есть, ладно, поха. Ладно, поха. Вот так там. Что? Я говорю, там не просто трэп. Это в припеве прям, да, это прям в припеве. Да, мы вначале тоже были близки, реально. Так, три. Окей. Кто? Юзик. Давайте. Хотите подсказку от ведущего жестко? Нет. Давай. Ну ладно, не буду. Ладно, не надо. Вам нужно было взять от него подсказку и сделать наоборот. Учитывая, что он тогда подсказывал вам, блядь. Нет, у нас сейчас Стас прочувствует жестко. Стас, давай. Открывай. Я могу. Ты готов? Давай. Второе слово. Давай второе. Второе, кстати, тоже очень часто можешь подъебать. И... Потому. Наверное, потому... Наверное, потому что, это мои чувства. И реально, блядь. Грустно, бури. Нет. Ну вы все знаете этот трек. Ну схуя ли не наверное, потому что это все мои чувства. 100% Илон это знает трек лучше всех. Серьезно? А может это вообще ЛП нахуй? Отпусти и не пущу, потому я говорю. Нет, он сказал Авилон. Что я могу знать? Своя лучшая подруга, врага. Если я услышу правильный ответ, я зачитаю сразу. Эвелон, трек. Бля, почему Эвелон должен это знать? Я не знаю. Я же бездарь. Ну а что ты такого прям напиваешь? Ты не помнишь? Инстасамка, может, какая-то есть? Инстасамка. Маки пари румбич. А что у меня со словами тому? Не-не-не. Даже хуй знает, подожди. Может, у тебя... А ты какой-то трек записывал, там не было таких слов? Может, это оно? Подожди, мы по баллам выигрываем, если мы сейчас за два отгадаем, типа и два откроются. Будет одинаково, еще по одному раунду, ну, там по сложным будет, по английским. Давай еще тогда откроем. Или нет? Смотрите, шансы 50 на 50. Все потому, что Дора дура. Абсолютно верно, нихуя. А чё это я должен был это знать? Так ты, ебать, открывал под это эти контракты ебаные. Ебать. Не, это для меня супер-мега сложно было. Сука, хотя мега легко, когда вижу... Так. Когда смотрю, мега легко. Так, 11-10 счет у нас сейчас. Итак, и последние два сложные. Девочки, ваши. Какое слово? Бля, буду сейчас... еще не сложное, ладно. Это еще сейчас по два осталось. Сейчас английское будет? Не, еще... Нет, следующее английское. Может, четвертое? Давай второе слово. Четвертое хочешь? Ну, давайте второе, ладно. Второе давай, Рома. Снова одиноко, нет? Ебать, нихуя это напел. Пять слов жду. Без тебя. Абсолютно верно. Хорош. А напойте? Снова одиноко. Дальше не знаю. Я тоже не знаю. Реально вы не знаете? Я где-то... Поздравляю. Я из-за Ромы его знаю только. Так. Идем дальше. Давай. О, бля, вообще охуенный трек. Сейчас английский?
Нет. Нет. Второе? Второе? Нет, давай одновременно назовем число, и кто типа прокнет два одинаковых, тот и открываем. Давай. Раз, два, три. Первое. Третье. Еще раз, давайте еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз, только другие цифры говорим. Давай, другие говорим. Раз, два, три. Четыре. И опять его джой. Еще раз. Четвертое, смотри, четвертое два раза подряд не назвали. Нет, еще раз. Давай. Раз, два, три. Второе. 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 О, это как будто легко сейчас будет вам. Тревог. Девочки, напоминаю, вам не выгодно сейчас подсказывать. Тревог. Охуенная песня. Блять. Было бы что подсказывать. Да. Хотя у меня есть... Никаких трев. Я вообще не могу, я не буду. Никаких проблем. Извиняюсь. Я, наверное, не знаю эту песню. Мне тоже, мне кажется. Да, знаете, знаете, 100%. Ты уверен, что каждый из нас ее знает? Уверен. Ну, как будто. Как будто бы еще одно слово надо. Ладно, могу вам дать подсказку, какое слово открыть, вот реально. Какое? Первое. Да, мне кажется, с первым легко, ну, типа, с первым понятнее будет. Да, ну, то мы тогда можем... Ну, давай. Ну, давай, открывай, похуй. Хоть реально без... Но, мне кажется, я не знаю эту песню просто. Тревог, что такое слово, типа, я бы как будто знал бы, если бы... Среди тревог и вечной грусти. Абсолютно верно. А я не знала, кстати. Чё, бля? Я даже не слышал её. Мудрый, забань там ебланы. Так, сейчас. 14-14 на счёт, последний этот. Бля, надеюсь, кому-то повезёт хотя бы одно угадать. Девочки. Английский изи, давай. С английский. Чё, может, попробуем третье слово какое-нибудь? Давай, да, английский. Третье попробую. Это, по-любому, очень популярные треки должны быть. Третье? Давай третье, да. Блядь. Салам алейкум. Можете сразу еще. I love you very much. Да есть же! А как там? I love you and baby. Нет, только это. I love you and your mom and your sister and your brother. Как-то там, блядь. I miss you so much. Fuck you. Нет, там сразу. А, да, точно. A, B, C, D, E, F, U and your mom. Маму за что, блядь? Да, много вариантов. Блядь, ёбаная третья. Да не В, мам. Да пикайте ещё тут, хуй поймёшь, ну типа невозможно. Мне кажется, последнее надо открывать. Последнее хотите? Но можно перед you или до после you. Да, да, ещё больше будет, Shadow the moon. Там такое всё? Ну, I still see. Тут типа... Ну там не обязательно должно быть сначала начинаться, как мы поняли. А, так он хуй сос тогда ведущий, блядь. Чё, блядь? А нахуй он припевает. In my rooms не получаю, не умещается. Ну что? Тут сложно. Shadow my. Чё, какое слово откроем? Я не знаю. Я читаю. Нужно перед или после ее. Так, а смысл последнего? Стас, не твой раунд! Сука, Стас. Сейчас наше слово не отгадаешь, блядь. Отгадаю, Макс. Я работаю. Давай попробуем последнее. Го. Окей, последнее. Давай последний раунд. Молодцы. Ааа. Ты понял, Вадь? Подожди. Бля, как будто очень популярный трек. Как будто не надо Вадиму подсказывать сейчас. Блять. Это, может быть, это Билли Айлиш? I'm not your friend. А, там, блять, просто нету между friends. Это, походу, что-то рэперское. Да ладно. Что? Но... Я подумал, что это Билли Айлиш, что за 4 AM. Ебать, сложно, пиздец. Мне как будто на первую секунду я подумал, я знаю, а потом такой, я не знаю. Я надеюсь, что... Чё пишет? Это еду на Копатыча. Дрил. Это типа рэп или это просто олдовая какая-то песня такая? Чё угодно. Слушайте, очень эмоциональная песня такая. Ну, девчат, надо походу одну тут ещё. Мне кажется, какой-нибудь Лил Баб. Открывайте четвертую просто нахуй. Два слова первых скажете и всё. Хоть пару баллов будет. Гучи гейнг. Давай, открой. Чё, открываем третье? Третье у вас открыто. Не, будет... Эдуард, о, четвёртая. Да нет, там будет типа you, my friend. You are a friend. Ну или первое открыть, чтобы, нет, короче, первый. Заставить Другой серединки. Другое первое, да. А, я чем... понял. А, блядь, я нет. Я понял, что за трек. Не... Сука! Да я что ж такое? Что мне в голову приходит? Вообще пришла... Ну, откройте четвёртое, вы поймёте. Да нет,
Го первое откроем. Давай. Первое? Давай первое. Да, давай. Мне кажется, это... Day without your friend? Не-не-не, нет, ты чё, это не то. Я знаю. Ты вообще не знаешь. Аня четыре слова сказала. Я не понимаю, это... Почему четыре? Day without your... А, я понял, что это. Our friend. Да. Абсолютно верно. Что это? Это самый популярный трек из чего этот на ютубе, блять. Ну, кстати, нормально, 2 балла. Это которая с форсажа? Да, да, да. Да. Так, 2 балла, ну это как будто неплохо, 2 балла. Да, тут сложно, пиздец. Ой, бля, пацаны, не завидую вам, но охуенный трек еще, один из моих любимых. Замечательно. Тогда подскажи, какое открыть слово. Ага. Ну не могу, всё. Давайте третье откроем, похуй. Третье? Открывай, Юзек. Да, открывай, похуй. Сейчас какой-нибудь, блядь, духас, нахуй, духас. Гуд. Как будто бэт. Ебать, это песня Виз Доктора? Oh yeah, the song is good. Да? Right. Сука. Сразу открываем одну или думаем? Не, подожди. А за сальто от Стаса можно подсказать? Ну как будто да. Да какое сальто? Согласен, Даша. Давай. Гань, блять, ебаный бобик. Так, как будто еще одну возможность открыть. У вас есть шанс еще этот. Либо на ничью, либо на этот. Либо за одно слово. Если мы сейчас одно слово откроем еще, то мы можем выиграть, если угадаем. Да. Да. Ну, давай четвертое. Да. Наверное, давай, да, давай четвертое, похуй. Нам по-любому надо открывать. Good old. Good old. Good old days. Этот, как его? 21 Pilots, блять, как он там поет? Это она, нет? Сейчас я вспомню, как он читает, как оно поется. А, да. Я поняла. Good old, блять, я забыл, как оно поется. Ну, вспомните кто-то, пожалуйста, Good Old Days. Первые 2 слова я забыл. Бля, брат. Сейчас вспомню, 5 секунд. Это вообще, блять. To the Good Old Days. Ебать! Хорош! 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 Просто со словом good old days, но good old day меньше слов значит. Так, ничего не дает, что мы выиграли. 17-16 внутри раунда. Это же верно. Так, сейчас. И тут есть общий балл. Да, и вы получаете 3 балла за этот раунд и переходите к бонусному, парни. Вы можете залутать еще один дополнительный балл, если попадете в плюс-минус 5%. Сколько процентов женщин готовы совершить пластическую операцию ради мужчины? Так, это маленькая. Мне кажется, 40. Процентов... Не, мне кажется, 25 может быть. Да, я тоже 20-25 бы взял. Мне кажется, 40. Да не, многие просто, типа, в принципе, операции боятся. Так еще и пластические, блядь. Не, вообще мало. Тут, хотя не, учитывая, что именно ради мужчины, а не ради там, что у них какой-то комплекс, то тогда, наверное, все-таки мало. Типа 20-25. Я бы тоже бы 20-25 бы ебнул. Плюс-минус 5% вы можете ошибиться. Мне кажется, точно не 15, поэтому можно уебать 25, чтобы было 20-30. Да, давай, короче, давай 25. Давай, мы уверены в себе, блядь. Если будет больше, Ромчик пиздобол ебаный. Процентов 10, не знаю, мне кажется. Оп. Ебать! Ебать, блядь! Ебать, нихуя себе! Ебать! Нихуя себе! Чайка какая-то. Мне просто Рома заранее презентацию эту скинул, все знает так. Итак, давай. Второй раунд. У кого больше? Кто хочет первым начинать? Мы. Окей. Интересный такой вопросик подъезжает. Смотрите, вам тут надо будет расставить от меньшего до большего, либо от большего до... Красава. Какое животное убивает больше всего людей в год? Людей? Людей, наверное, волк. Все-таки. Ну, типа, от того, кто больше, к меньшему? Ну, либо от меньшего к большему. Наверное, мне кажется, больше всего волк. Спасибо. Потом, типа, дрессируют львов, там, может, дрессировщика ёбнуть и этот... Ты думаешь, львы только где их дрессируют? Вот ты же говоришь, я думаю, типа, что... Я думаю, несчастных случаев огромное количество со слонами, это 100%. Ой, здорово. И
и с, может, со львами тоже? Да с ними нет, же там есть же как люди? Как со слонами? Типа, ну, мне кажется, со слонами нет прям пиздец. Ну просто наступил, ты что, ебанулся, наступил на типа, все, пизда ему. Да там же это все контролируется, ты же не будешь да с хуя. Ходить. Но они же, а сафари контролируется? Они же с людьми вместе, да. На сафари ты думаешь, блядь, очень много слонов, которые работают просто там с местными. Да, возят людей там, типа, такой хуйня. Нихуя они трудяги. Да. А волки, то есть ты представь это... Если волки, то, ну и что, они грызут миллионы людей, ты думаешь? Хуелионы, блядь. Не, ну я, короче, 100% акула, 100% акула последнее место. Акула как минимум за этот год двоих точно убила. Так, уже есть подсказочка от девочек. Вот чел чат пишет, меня загрызли акулы. Новости было. Если это так громко, значит это последнее, да. Да я говорю, что типа, давайте сделаем слон. Акула последняя, мы согласны? Акула слон, лев, или слон... Да-да, и вы тоже контактируете же там где-то с людьми, нахуй, они где-то есть. Ну, блядь, мне кажется... Слон, лев, волк, акула. Да, еще? Давай так. Да-да-да, я тоже так думаю. Мне кажется, все-таки слон... Ну, ну блядь. Либо льва с волками поменять, ну, это типа, хуй знает. Давай, слон, лев, волк, акула. Это вы от большего к меньшему, да? Да, больше ну, всего только, слоны убивают. Да, только типа. Если ты хочешь, типа, ну только ты если хочешь поменять волков со львами. Типа, ну, блядь. Ну там я вообще не знаю, как догадаться. Ну, львы же тоже как где-то контактируют с людьми там на всяких бурях. Ну, там, вот ну какой у тебя вот, допустим, шанс вот, не в зоопарке, нигде в жизни встретить больше льва или волка, блядь? Волка. Нет, так а при чем тут у меня? Мы говорим... Не, ну... Так она сафари. Типа, при чем тут у меня? У меня вообще ни того нахуй я не встречу, блядь. Ты на сафари часто бываешь? Я еще вчера был. Еще львы более агрессивны, чем волки, не? Короче, ты хочешь поставить волков вторыми, Стас? Как будто бы да. Ну хорошо, давай. Ну похуй, давай. Слон, волк, лев и акула. Окей. Блять, блять. Все равно балла 2 у нас будет. Ну да, 2 должно быть, наверное. Акула по-любому последняя. Слон, лев, волк, акула. Окей. Давайте с акулы начнем. Ладно, со слона. Абсолютно верно. Так. Волк. Сука. Лев. Акула. Блядь, Стас, ебаный. Ну, отстань, козел ебаный. Ебаный Стас, так, блядь. Ну 2 балла у вас есть, я поздравляю. 6 смертей в год от акул. Так тут ебать 20 смертей и 10 смертей ебать. Тогда, ну... Так у акул вообще 6. Так, 2 балла в золотаре. Пойдет. Девочки, я вам подкрутил халявку вообще, легчайше. Какая страна самая большая по площади? Блять, охуенно. Это что вообще за страна? Я такие флаги не знаю. Ну, Саудовская Аравия, Гренландия, Индия, Аргентина. Аргентина. Индия, наверное, самая маленькая, это Гренландия. А второе это что? Индия, Аравия. Гренландия. Второе Гренландия, Индия, Аргентина. Ну, сука, Стас, хуесос. Ты долбоёб, я и так здесь закерил, блядь, я пару вопросов, козёл. Да, 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 нормально. Маленькая тоже или верно, большая? Тоже верно. Ты не помнишь? Нормально. Кто? Гренландия, мне кажется, она же вообще... Гренландия вообще кайф, если честно. Класс, блядь. Я вообще не знаю, я тоже не помню, я как не Гренландия. Знаю. У меня с географией плохо. Я настолько... Плохо. В Гренландия вообще, да, маленькая. Но тут есть одна страна, кажется, которая 100% что Индия самая большая понять. Должна быть, 100%, потому что я... А мне кажется, на наоборот. Не-не-не, она... Ты видела, какая она огромная? Ну, она первая... Мне почему-то кажется, Индия, Гренландия, Аргентина, Саудовская Аравия. Или вот Индия, Гренландия, Саудовская Аравия, Аргентина. Что у вас вообще самое большое? Индия. По словам Даши, Индия. Так. Потом дальше. Что ты смеешься, блядь? А я вас запутываю, да. Вообще, я буду на все смеяться. Все, молчи, блядь. Кажется, он, мне кажется, Гренландия сейчас... вторая, как будто. Гренландия, не Саудовская Аравия. Не, мне кажется, Гренландия... Ладно. Короче, Гренландия, Саудовская Аравия и... И Аргентина. Так получается? Ну да, так я сомневаюсь насчет Гренландии и Саудовской Аравии. Она... Саудовская Аравия, она большая? Я тоже не знаю, я ни разу не смотрела. Макс, подскажи! Макс вообще уехал куда? Макс, я вебка выключилась. Да, я знаю. Бля, как тяжело. Понял? Нахуй. Гренландия. Я вот фильм смотрела Гренландия, но я вообще не помню, нахуй. Какая она. Ещё как фильм. Прикольный, а катастрофа. Типа 2012. Ничего, она большая была там?
Не помню, я смотрела, когда он там вышел. Там метеорит упал, и только, блядь, микрочесть города сделала. Алло. Получается, Индия, Гренландия, Саудовская Аравия и Аргентина. Аргентина у вас самая маленькая, да? Да. Так, давайте еще раз повторите мне. Индия, Гренландия, Саудовская Аравия, Аргентина. Так, от большего к меньшему идете. Окей, Индия самая большая. Еще раз забыл. Есть? А может быть... Блядь, заебал. А может Аргентина? Есть ощущение, что мы не попали вообще. Перед Саудовской Аравией? Нет. Индия, Гренландия, Аргентина, Саудовская Аравия? Да, да, да. Пожалуйста. У меня ощущение, что она маленькая почему-то. Окончательный ответ. Индия, Гренландия, Аргентина, Саудовская Аравия. Блять, Гренландия меньше. Сколько? Ну что, Индия большая. Я же говорю, она самая маленькая. Да, но вы говорили, что Индия самая маленькая, если что. Нет, самая большая мы говорили. Здесь тут разница. А, да? А, первая. Мы говорили, что Индия, говорили, Индия, Гренландия, Аргентина, Саудовская Аравия. А, ну ладно. Ну да, девочки, одно украли. Гренландия и Саудовская Аравия, ебать, они, у них разница ебанутая, нахуй, ребята. Гренландия, она ультра маленькая. Да, ультрамарин. Гренландия не страна, а остров. Ебало свою закрой нахуй, мне лучше знать. Погнали дальше. Какой сайт имеет наибольшее среднее посещение? Один. Один. Порнхаб, пиздец. Амазон. Нетфлик, пиздец. Блин, очень сложно. Мне кажется, тут типа очень близко три где-то рядом. Прям. Мне кажется, Порнхаб, Амазон, Netflix и Википедия. Смотри, ну, кому-то... Как будто Netflix должно быть больше, нет? Да хуй знает. Мне кажется, Порнхаба больше. Ну, больше смотрят порнушку. Не, на самом деле, мне кажется, сериальчики побольше. Я смотрел просмотры, типа, топовых видосов там у порнухи, там, блядь, по 200 миллионов, по 300 некоторые видосы. У там какого-то, блядь, ОСД явно там гораздо больше просмотров и больше интерес людей. Но хотя среднюю посещаемость бывает, что там какая-то хуйня на Netflix выйдет, и сразу все начинают. А, подожди, ну, средняя посещаемость это еще... Как сериал? Короче, давай, мне кажется, Netflix первый, второй Pornhub, а остальное надо еще подумать, типа, Amazon. Наверное, все-таки... А Википедия это... вообще это как? Ну, смотри, блядь, мне кажется, саму Википедию... Знаешь, прям... Нет, Лейна, они не угадали, нет, Лейна. Есть какая... Знаешь, логика есть какая? Смотри, вот, например, подожди, вот, смотри. Если, чтобы посмотреть фильм, Netflix, именно надо гуглить как Netflix, понял? Заходить туда. А когда Википедия, ты гуглишь любую хуйню, и выпадает Википедия. Вот задумайся об этом. То есть ты любую хуйню гуглишь, и всегда Википедия у тебя есть. И, возможно, из-за этого набираются огромные просмотры. В Гугле уже давно ты... Гуглишь какой-то вопрос, и тебе сразу сверху ответ. И потом уже сайты, куда можно зайти и подробнее прочитать. Мне кажется, Википедия всегда первая. Да нет, ты чё, блядь, Википедия всегда есть сверху. Да хуй. Она блядь. Всегда есть, но там уже зайти на сайт, но вот сам сейчас загуглишь что-то, тебе сверху в Гугле напишут. Ну да, ну да, но ты представь, смотри, представь, сколько людей что-то гуглит. Нет, тогда, но ты представь, сколько людей что-то гуглит каждый ебаный день. Намного больше, чем людей, которые ищут посмотреть какой-то сериал, понимаешь? То есть, по идее, Википедия должна быть... Самая, сейчас, мне кажется, жесткая. Этот по запросам рассуждаете, а не по посещаемости. Вот да, кстати, возможно. Подожди, это, да. Средняя посещаемость, вот именно, это, блядь, не сколько ее гуглит, сколько запросов, вот средняя посещаемость, типа. Гораздо заходы чаще посещают, сайт. Типа, посмотреть одну серию сериала, вторую, третью, типа, потом еще. Ты хочешь сказать, Ром, это типа то, что они пишут в Википедии прям? Нет, это то, что они заходят на сайт. Ну, так они и заходят на сайт. Они пишут, например, типа, моча это. Бам, Википедия, моча это. Так что прочитать? Желтенькая струйка. Не обязательно зайти на Википедию. Там вкратце есть. Сразу. Там вкратце. Ну ладно, как хотите. Короче, смотри, Netflix, Pornhub, Amazon, но Википедия обобщенная. То есть обобщенная. Единственная обобщенная из этого всего. То есть ты когда хочешь порнуху посмотреть, ты ищешь порнуху вот так. Ты хочешь сериалы посмотреть, ты хочешь что-то купить, ты пишешь Amazon. А Википедия единственная обобщенная. То есть там любое слово, ты даже если сериал напишешь, он будет в Википедии про него рассказываться что-то. Короче, понимаешь? Завали ебало. Netflix, Pornhub, Amazon, Википедия. Вот так. Netflix, Pornhub, Amazon, Википедия. Окей, нажимай. Но это, мне кажется, это самое подожди, тупое. Это мое мнение. Это самое тупое. Ну типа, ну Википедия единственный обобщенный сайт. Ну как это вообще? Нахуй вы мне кидаете в чат, что такое моча, блядь. Вот хочешь, ебани как ты хочешь, но почему-то я мега уверен в своем ответе. Я вот тоже так бы сказал, на это из Pornhub, Amazon, Википедия, либо первый. Хорошо, ну давайте, ну регайте, похуй. Так, вы говорите Netflix, Pornhub, Amazon, Википедия. Да. Окей. Где Netflix самый большой? Да.
Экспресс, долбоебы. Ну да, это было очевидно. Ну, 2 балла вы получили. Полчаса вам объяснял. Как будто, и разница блядь, колоссальная, баг, колоссальная баг, разница. Как вы могли порнохаб с Википедии, ну, вообще, типа... Да, мне кажется, челы больше порнушки смотрят, чем, блядь, Википедия. Уверен, блядь! Уверен! Чем в Википедии гуглишь, что такое моча, давай, нахуй. Next. Ну, как видишь, результаты другие. Причем тут моча? Ты понимаешь, что это пишет слово порно? Находится в Википедии. Я условно. Так, подожди, мы угадали нормально, мы угадали 2. Нормально, 2. Все, следующий Вадя просто пикает сам и все. Моча — это любимый напиток. Ебало нахуй. Слушай, мы сделали Netflix, Pornhub. Такого в Википедии не было, блядь. Да, мы 2 угадали, нормально пойдем. Правда, правда. Там же можно отредактировать сейчас, Рома. Да, можно отредактировать сейчас. Че, вы смеетесь меня нахуй? А что вы угадали? А, Pornhub и Amazon? Мы 2 угадали. Ну ладно, заебись. Смеете меня? Ловите, ёпта. Какой из брендов имеет самую высокую рыночную стоимость? Ну это, блядь, это полегче. Это легко, да, Стас? Да, это очень легко, Макс. Самая высокая рыночная стоимость, но это не Я помню, когда Вадя приезжал со своей Burberry сумкой, блядь, ходил либо нахуй. Либо Moncler, либо Tom Ford на первом месте, мне кажется. Потому что Dolce Gabbana... Вот здесь я вообще нихуя не знаю. Ниже сегмента. Вадь, Burberry — это дорогой бренд. Скорее всего, Burberry на первом месте. Moncler, почему ты думаешь, что он на... Мне кажется, вряд ли. Moncler даже курточки не очень дорогие. Да, у них а куртки, куртки вообще у бренда очень дорогие, у Moncler курточки так более-менее стоят. Мне кажется, знаешь, как ну, да. Самая высокая Ford, рыночная Moncler стоимость. И Dolce Gabbana. И DG, но тоже дорогое. А что значит самая высокая? Нет, подожди, у Burberry же очень дорогие. Ну, рыночная стоимость. Ну, типа сумки, нет? Ну, сколько? Чего? Бренда там одежда. Ну, да, бренда. Дороже, чем у Dolce Gabbana. А стоимость бренда? Dolce Gabbana одна из самых недорогих, по-моему. Да, ну вот сейчас, если оценить нет, этот. Нет, что? Dolce Gabbana очень дорогое. Да, очень дорогие вещи, дорогое, пиздец. Очень дорогое. Я бы... футболки, типа, ну... Мне кажется, Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford и Moncler должно быть так. То есть Tom Ford дешевле, чем Dolce Gabbana? Ну да. Ну, плюс-минус в одинаково, ну так. Хуй знает. Ну я вообще не помню, чтобы были особо вещи от Tom. Ну, не знаю. Я вот больше Tom Ford знаю по этим, по духам. Да, и духи у них дороже, чем Dolce Gabbana. Одна палец застрял. Да, духи-то ну, точно, да. Комфорт, чё, какие DC шоус, блядь? А Moncler это одежда или чё? Это больше куртки всякие. My Trousseau от Burberry, нахуй закон я Маврик, Мухома сделал Равери, Пупури Пари-Пари. Да. Я, мне кажется, типа Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford и Moncler вот так вот. Всё верно. Угу. Ну, давай так тогда. Не, просто я на самом деле не разбираюсь по чуйке как-то вот. Бля, ну, надо было, блять, Ром, надо строить Adidas, Риту, я не знаю, хую, значит, что тут вот эти бренды ебучие, блять. Пумбу, вот эту всякую хуйню. Сам сидишь в Витмо, бля, ебало закрой. Чего? Барбери, Том Форд, Монклер и Дольче Габбана. Они уже решили, Ромчик. Так, еще раз, окончательный ответ. Я как будто обсуждаю это всё. Что у нас на первом месте, девочки, как вы думаете? Барби? Ну, Burberry. Вы думаете? Burberry. Burberry. Так, дальше что? Том... Мне кажется, типа Dolce Gabbana, потом Tom Ford и потом Moncler. Moncler разве он дешевле, чем Dolce Gabbana? 100%. Не знаю. Мне кажется. Чё, девочки, я жду ваш ответ. Ну, давайте. Чё у нас? Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford и Moncler, так? Ну, давайте так. Это вы от дорогого к дешевому идете? От дорогого к дешевому, да. Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford. Dolce Gabbana, а потом Tom Ford, да? Сейчас Dolce Gabbana будет сама. Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford. Я бы так не пикнул точно. Я бы... Так, девочки, давайте, окончательный ответ. Аня, говори, как чувствуешь. Да, давай ты, Аня, скажи. Там решили Burberry... Ну, как чувствуешь, говори, даже если, ну, типа, не сходит, скажи. Burberry, Dolce Gabbana, Tom Ford. Burberry, Tom Ford, Dolce Gabbana, Moncler. Burberry, Tom Ford, Dolce Gabbana, Moncler, окей. Да. Блядь. И самый дорогой Дольче, да? Moncler самый дорогой. Я же говорил, видите, что тут... Блядь, я же говорил, что Dolce Gabbana самый дешевый. Ну, блядь, я не знаю. Да вообще нищий. Так, ни в одном вроде не попали, да? Мы вообще судили по курткам. Тут общая рыночная стоимость компании, походу, блядь. Ну, очевидно, что не куртка 9,2 миллиарда. Только они сидят, блядь, куртку. С Tom Ford'ом Дольче всегда дешевле. Сколько получается? 1, 2, 0? 0. 0. Молодцы. Какая страна имеет наибольшее население? Блять. Это предпоследняя, девочка последняя будет. Счет пока что у нас 1-4.
Мне кажется, в Канаде явно больше, чем в Франции. В Канаде много. Наверное, Япония, Канада, Франция. Подожди, наибольше? Ты от наибольше в Японии? А что, в Японии мне немного? Мне кажется, больше в Канаде. В Японии ж пиздец, нахуй. Да? Нет? А я хуй знает. У Канады площадь ебанутая. Канада чуть там топ-2 страна по площади. По-моему. Там, блядь, как пол Америки, нахуй. Точнее, как целая Америка. Короче, давайте. Япония. По-моему, Канада первая должна быть. Короче, отвечает у нас шеф Авилон. Давай. На себе раунд. Вадь, ну Канада. Канада давай, должна давай, быть, давай. Канада должна быть, мне кажется, первая. Там площадь у нее. 4-1. Там рядом ты еблан. Давай, похуй. Так, еще раз, по названиям стран, пожалуйста. От большего к меньшему. Япония. Так. Канада. Франция. И этот, это Германия или да, что? Да, блядь? Да. Я постоянно с Бельгией путаю. Япония, Канада, Франция и Бельгия. Германия. О, Германия. Япония, Канада, nice. Франция, Хуесос. Германия. Два балла вы получаете. Нормально, Вадюк, нормально. Ебать, Япония настолько больше, чем в Канаде, нахуй? Ну, так это население, площадь-то вообще не роляет. Сколько населения в России? В Китае, нахуй, он там вообще... Бля, буду, я был уверен, что в Канаде так дохуя, это просто пиздец. А чё они сколько ответили? На два правильных. Девочки, шансов у вас нету, но вы можете максимально приблизиться. Какой из фильмов собрал больше всего денег по мировых кассовых сборах? Денег по мировых? Ну, на первом месте Мстители Финал. Ага. А там вообще дохуя. Там очень много. Они же почти, по-моему, обогнали. Больше Гарри Поттера, мне кажется, до сих пор там, ну, сколько за Гарри Поттера приходит. Мстители, Гарри Поттер, Звездные войны и Мир юрского периода, мне кажется, так. Мне тоже так кажется почему-то. А они даже если так. Все угадают, они не выиграют. Нет, мне знаешь, что кажется? Гарри Поттер, ты уверена, что не Гарри Поттер? Похуй, девочки, не потейте. У Мстители Финал, кассовые сборы, они же побили... блядь, а кто был на первом месте по кассовым Аватар. Сборам? Аватар. Они же побили Аватар по кассовым сборам. Там а даже что у тебя с вебкой даже? Гарри Поттер, зачем еще раз? Периода, да? Мне почему-то кажется, как будто бы Мстители, Гарри Поттер, Мир юрского периода и потом уже Звездные войны. Не знаю почему. Нет, бля, мир русского периода прикольный, я не смотрел вообще. Звездных войнов, то что там отец. Нормальный. Все алдовые появились, хз. Ну, я бы. А, ну кстати, Хан Соло типа. Да, да, я поэтому пикнула бы мир юрского периода последним, хз, потому что мне кажется, я вообще не помню, чтобы кто-то. Почему-то, знаешь, ощущение, как будто бы, ну. Блять, хуй знает, как будто бы Гарри Поттер вообще на третьем месте. Типа Мстители, Мир. Ой, Мстители, Звездные войны, Гарри Поттер, так, Мир. Звездные войны, там определенная Смерти, часть. Вторая часть. Нет, это последняя часть, мне кажется, там пиздец собрали. Ну, хуй знает. Ну, получается, какой наш вариант? Мстители, Мстители, Гарри Поттер, Звездные войны, Мир юрского периода. Да, да, помню, окей. Так попробуем. Да, все равно въебали, так что можете потеть. Мстители. Что там въебало? Гарри Поттер. Я же говорю, Гарри Поттер нет. Я говорила, блядь. А знаете, что, мне кажется, Гарри Поттер нет, потому что год слишком маленький. Год, да, типа очень давно это было, не было такого прям. А Аватар когда вышел? Аватар это было прям супер новинка же тогда, это прям первый фильм 3D, прям там со всей этой хуйней. Так, ну один балл вы залутали. Так, девочки, ну не пошло в этом раунде. Парни, вы получаете 3 балла дополнительных и... Понял, блядь. Бля, вот тут типа сложно, потому что... Сколько процентов мужчин бреют подмышки? Давай. За рубежом много челов вообще не бреют, типа им похуй. 55 как будто надо ебануть. Ну да, где-то 50-55 тоже так думаю. Я 40 ебанул, мне кажется. 40? Да. Да, возможно. Ты бреешь подмышки, Стас? За рубежом, да. Давай 50, типа, чтобы между нами 7. 50 просто. Ну, как будто за рубежом даже, блядь, эти всякие сервисы есть, типа, где мужики приходят и им этот... Эпиляцию, типа? Да. Я вот почему-то смотрю, и как будто 40% оно прям туда сейчас встанет. Блин, 40? Вот это. Давай 45. Нет, 40 пикнем, это блядь. Супер мало как-то, нет? Давай 50 пикнем просто серединку. Давай 50, но мне вообще кажется, блядь, я бы вообще 70 нахуй ебенил. Не, 70 это как-то... Да хуя, мне кажется. Давай... Давай 60. Давай. Что, давай 60, похуй, давай. Я буду хуйсосом. Ну, это факт, мне похуй. Итак, 60%. Сосать! Ебать! Конечно, блядь! Хорош.
Ебать, 8-0. Так что-то нихуя себе вы этот. Как это подсчитывается? Кого это опрашивают, типа? Всех Радик, людей ты... на земле. Радик, я признаюсь. Человека на земле, Стас, я признаюсь, это я опрашивал. Поздравляю, парни. И второй бонусный вопрос улетает, ебать. Пусть ты точно тогда не сказал процентов, а? Итак, чтобы блиц-раунд. Чтобы интрига была. Смотрите, правила этого раунда. Вы выбираете по одному человеку. И он будет отвечать за всю команду на блиц-раунде, где он будет задаваться вопросы, три варианта ответа, и вам надо будет правильно ответить. Что, кто больше наберет, тот выиграет. Все, девочки первые, Стас, чтобы посмотрели. Освещаться можно? Нет, конечно, блиц-раунд, вы должны быстро отвечать, не думая. Давайте на УЕФА, кто проебает, кто проебет. Да, да давай, да пусть девочки первые, пусть девочки первые. Мы были первые. Потом на УЕФА бахнем. Кто проебет, либо и те, кто выигрывают. Так, девочки, кто из вас пойдет? Кто пойдет? Лер, давай ты. Бля, нет. Ну вы... А чё Леру всегда-то, блядь? Не, Леру не надо, на умность. Да, так, блядь. Кто сейчас будет? Да, ребята, Лера, кто из вас сейчас будет? Пойдёт, блядь. Слышите, кто из вас сейчас будет отвечать, тот не сможет на Элиасе. Ну, там просто на Элиасе тоже надо будет. На Элиасе я тоже хочу, значит, Стас, я тоже хочу на Элиасе. Нет, иди нахуй. Ты хуесос. Давайте я пойду, я не очень хочу на... Да, вот так вот. Хорошо. Элиас, Рома, это то, что мы играли, типа, нужно объяснять слова? Да-да-да. Так я специалист. Давай туда, я на Элис пойду. Так, все хорошо, девочки. Давай, кто из вас? Окей. Я. Чат, считайте нормально. Смотри, Лера, я блиц. Могу чат? Спасибо. Не-не-не, чат считайте. Нет, чат считайте. Короче, блиц, это вы должны отвечать быстро. Если вы, блядь, быстро не отвечаете, то не засчитываю. Так, окей, Лера, ты готова? Давай, да. Давай, Лера. Так, погнали. Что из этого не является напильником? Рашпиль, надфиль, эндшпиль. Надфиль. Неправильно. Якудза — это японская гора, мафия — рыба. Мафия. Абсолютно верно. Алкогольный напиток из ячменя. Виски, ром, бренди. Бренди. Виски. Как звали Чингисхана? Тимур, Тимучин, Тимирлан. Тамерлан. Тимур. Тимучин. Вообще, самые яркие вопросы? Автомобильные фары. Охуенный лампа вопрос. Накал, галогеновый ксенон. Ксенон. Абсолютно верно. Сколько уровней сложности в игре Doom? 3, 4, 5? 4. 5. Блять, как будто логично. Кем для ребенка есть дед отца его отца? Прадед, 2x прадед, 3x прадед. 2x прадед. Абсолютно верно. Где в автомобиле нужно искать катализатор? Под днищем, под капотом в салоне. Под капотом. Под днищем. Я её выебу, парни! Стас, давай, Стас, тут 3 хотя бы. Не надо, Стас, пожалуйста. Не трогай меня. Запускай. Так, окей, сколько часов? 3. Да. Три. Ну, я считаю, легчайший вопрос. Стас, блиц, это, ну, быстро. А я знаю, еблан. Все, красава. Без... Если нет, кто-то... Думай, она думала, так что похуй. Не, там секунда была буквально. Если кто-то из парней подсказывает, то балл не засчитывается, сразу говорю. Погнали. Стас, готов? Давай, давай. У какого сока производит бальзамический уксус? Яблочный, виноградный, томатный. Из какого сока? Виноградный. Цифра с отметкой Д на упаковке женских колготок это весь нити, кол, потери, шелка, процент шелка. Блять, процент шелка, нахуй. Нет. Где нахуй, что это вопрос? Какую приправу еще называют тимьяном? Чебрец, тмин, шафран. Тмин. Чебрец. Женщины, которые окрашивают волосы чистой хной, превращают завой. Блондинок, брюнеток, рыжих. Да я ебу, это их вопросы, блондинок, блять. О боже, блять, они... Как называются нити для вышивания? Макроми, мерин, мулине. Охуеть, мулини, блядь. Абсолютно верно. Что из этих смешариков кролик? Пин, крош, копатыч. Крош. Что? Абсолютно верно. Тихо, тихо. Шиммер, люминайзер, хэндлайдер — это средство для ногтей, кожи, волос. Хэндлайдер, волос. Кожа. Десертная ложка должна лежать от тарелки. Справа, слева, сверху. Справа. Сверху. Блять, это из такой этих чиль... смешариков кролик вопрос у тебя, блять. Блять, это же. А я еще знал про, а я еще знал про Дэн. Нет, нет, Дэн это очень легко. Типа, если ты хоть раз видел колготки, хоть раз видел, они либо толстые, либо тонкие, понял такие. Так нет, это прохну, это же пиздец изи рыжие, типа. Это вообще, конечно. Да. Стас. Боже, десерт, блять, Макс, я знаю. Что сложно, это, блядь, я, сука, я когда официантом, я столы подготавливал, блядь. Я знаю, что она сверху. Но этот хуесос меня задушил, блядь, то, что это последний вопрос, я не ожидал. Тут вообще изи. Он хуесос. Вопрос задает мне, как называются нити для вышивания. Я на бабушку похож, блядь.
Ну, блядь, были бы у меня вопросы Леры, я бы ответил на 5. Ну, поэтому у вас были есть... вопросы, я бы ответил. Ну да, у вас там есть еще вопросы специально. Пиздишь ты, как дышишь. Да, конечно. В смысле? Как будто вопросами поменялись. Ну, так и есть. Так и было. Так. Окей, 3-8, счет у нас общий становится, девочки. Сколько процентов женщин, обидевшись, наказывают мужчину отказом от секса? Подожди, я долбоеб, сука, ну, блядь, ты за то, чтобы быстро отвечать, я про... Вот хайлайтер, я ожидаю, что это для кожи, блядь. Для ебала, да, это чтоб светилось. Ну, времени не было, блядь, я быстрее тебе отвечал, мне бал за это, идите. Алло, девочки, да сейчас, блядь. Я не знаю, зачем так спешил, типа, я думал, что он медленно отвечал. Потому что это... Я тут вообще никогда не попадаю. Мне кажется... Не, ну он не так жестко спешил еще. Ты охуел? Инста. Не, он очень быстро отвечал. Ну, 35 ты к нему. Мне кажется, 35-40 хз, типа, ну... Да, конечно, Вать. Не, ну, я только на дяди отца задумалась, Илья, включись к нам, пожалуйста. Да, что? А, мне кажется, процентов 55 как будто бы. 3%. Мне кажется, 35-40. Лера, наказала Ванька? 40, да. За то, что линию хуёво стоял? Вообще такую хуйню не делаю. Опа. Но мне кажется, не половина точно, не 50%, меньше 100%. Но Марка точно наказывали так. Как будто бы нету больше средств, знаешь, таких, чтобы поднадавить на мужчину, типа, и... Вот это все идет. Ну или Марка наказывает, что он спит с Триксиком там где-то. Да, ебись со своими арбизами. Че, 40 ppm по итогу? Бля, прикинь, сейчас вообще будет 25. 70. Ну выберите сами, я не знаю просто. Год 40. Мне кажется, прям очень много, это прям самая манипуляция такая. Типа, ну все, блядь, сегодня без секса. Так это во всех сериалах везде, блядь, эта хуйня, поэтому 70. Ну, это просто, говорю, это единственная как будто бы манипуляция, которую девушка может использовать против мужчины. Опа, то есть ты что-то... Опа, ебать. Опа. Ну, одна, ну, самая такая распространенная, типа, как будто давить на мужика. Не, выбирайте сами, я тут... Понятно. 95, не ошибешься. Год 40. Давай 40, давай 40. 40, окей. Да. Бля, больше будет 50%. Чуть-чуть не попали. Ровно половина, блядь, охуеть. Значит, девочка, кто-то из вас точно наказывает своего мужчину. И я знаю, что мы это не Даша. Не, вообще не я. Никогда такого не было, что типа наказывать отказом от секса. Окей, 3-8 счет у нас. Вечер. Спишь на диване. Я уже слышу, какой раз. Да. Угадай, сколько раз я спал на диване, Стас? Ноль. Пиздобол. Пиздобол. Вот. Ноль. Я рассказывал и жаловался, что спал на диване. Ой, ебать, забыл сбустилось. Ну ладно, один раз был, но это я так решил, что я хочу спать на диване. Да. Естественно. Я очень люблю один спать, типа. Это охуенно, мне нравится, пиздец. Ром, бля, давайте в свадьбе буду спать, а вы с Наташей там нахуй. Опа. Не, я очень часто один сплю так, бутс. Почему? Так. Почему у тебя кто? Я это криво нарисовал. Я тоже одна сплю. В смысле? В смысле криво? Мега криво, не знаю. Посмотри, криво, как-то не пропорционально. О, скоро, кстати, у меня будет новая версия «Кто я?», вы охуеете. Нашли, где спиздить. Я уже охуел с этого шоу. Пошел ты нахуй со своими воронинами. Окей, не, кого нажимать, выбирайте, кто первый. Да, каждый по очереди. Я первый, давай. Хорошо. Он первый. У меня сегодня этот, слетело вот это... Активация в PowerPoint, поэтому я не поменял, поэтому тут будет чуть-чуть сложнее. Так что готовьтесь сразу. Так, Вадя, я тебе говорю, кто ты сейчас пишу. Такая. Давай. И вы задаете ему вопрос, на который он может отвечать да, нет, либо не имеет значения. Давай, пупсик. Давай, родной, скидывай хуесосик. Это давай, ты. Бездарность, ебаная. Ебать, ни за что просто. Подержал, блядь. Ах ты! Хуесос, ебать! Ладно, вообще... Без подсказок. Вообще, это довольно легко. Но к этому надо прийти каким-то хуем. А потом еще Элис. Да, но там быстро Элис, там один человек только. Макс, я уже знаю, кто он. Стойте, ребята. Так, без подсказок, Вадь. Нет, понятно, что без подсказок. Давайте просто попробуем. Пробуем сейчас, как будто законнектиться на один сервер. Я вот законнектился на один сервер, это персонаж с Доты, блять, я понял. Не-не-не, тихо, подожди, нет. Тут не будет таких глупостей. Смотри, я сейчас вам скидываю IP, и вы в голове своей как будто коннектитесь на него, смотрите, ага. Давай. Я такое видел в интернете, так делают. Нет, там, только не скидываем, кто ты. Нет, тут ты вообще долбоеб, что ли, нахуй. Смотри. Куда ты кидаешь? Я вам пишу. Вот представьте... Дед просто пришел. Да нет, блядь. Представьте, вот сейчас подумайте, представьте, что вы там. Вот вы там. Вот вы подходите,
Я вот там сижу, и вы подходите ко мне. Так, все, окей. Что несет, блядь? Я не знаю. Вообще в ахуе, блядь. Ну, в Дискорде я вам написал. Ладно, ну, давай, тебе... похуй. Ай, блядь, вы тупые, пиздец. Ничего не написал. Сука. Ладно, ну... давай, я написал вам в ТГ двоим, блядь. Ладно, все, давайте. Давай. Запускай время. Так, погнали, 3, 2, 1, погнали. Ты живое? Нет. Ну, сейчас нет уже. Да, нет, не имеет значения. Ты человек? Да. Ты умер? Да. Ты памятник? Не имеет значения. Ты статуя? Подожди, ты рэпер, музыкальный исполнитель? Нет. Ты актер? Нет. Ты предмет, спортсмен? Ты предмет творчества? Ну... Ну, да, ну, творчество есть. Блять. Ну, это связано с каким-то каменным строением, там, из чего-то такое? Нет. Ну, типа... Блять. Да еще раз говорили о человеке, я сказал, Валя, да. Да, нет, не имеет значения, только можешь. Ты бог? Нет. На данный момент времени ты не живой. Да. Ты находишься на нашей планете. Да! Ты красава. Блять, да. Макс, придумай что-то, я не знаю. Я не знаю. Че? Ты художник, спортсмен. Да! Блядь, художник? Ты художник? Да. Вопрос? Все? Нет. Да Винчи? Я не знаю. Да, хорош! 40 секунда, 40 секунда, чат запомните, пожалуйста. Томрайдл, записывай. А ты спросил меня, человек, зачем потом спрашивали про статую и про все, я сказал, человек, да. Я не знаю, меня Стас сбил своими памятниками, нахуй. Ты сразу говоришь, человек, я сказал, так, да, блядь. Так я сказал про памятник, что а это знаешь пишет? Почему? Потому что Макс прочитал, что мы на парке возле табуретки, блядь, стоим, нахуй. И он сразу, он со мной чувствовал это все, блядь, ты не прочитал, нахуй. Ты написал, мы на парке. Мы в том мире, мы в том мире возле табуретки. Блядь, ебаная лавочка, я думал, блядь, знаешь, парк, я написал парк, табуретка. Ты подходишь в парке, идешь, видишь табуретку, я там сижу, ты ко мне подходишь. Мы вместе в этом мире, понимаешь? Я почему-то сразу подумал про то, что, знаешь, есть такие... Я не понимаю, что... Парк, табуретка, ты что, тупой? Ты думал, я тебе подскажу правильный ответ, блядь, написав в телеге? Да, да, что тут это, блядь? Ты понимаешь, это он поэтому спрашивал, ты статуя, блядь. Он из-за этого, понял, спрашивал, нахуй. Я же не буду тебе подсказывать. Так, а кто у нас идет, Ань? Шеф, вы что за не ели? Мои вопросы про творчество на толтуле Макса, а Макс, Макс, иди нахуй. Да, давай. И Да Винчи я сказал вообще хуйсос. Я сказал Да Винчи первый. Я! Я сказал. Дальше тебе скидываю. Хуйсос. Ты долбоеб, я сказал Да Винчи. Я вообще пришел, что он художник, блядь. Блять, прям сейчас открываю чат. Кто сказал Да Винчи нахуй? Подождите. Не пишите, подождите. У меня между головой за себя разболелся. Макс, Макс, Макс. Кто сказал Да Винчи? Да, 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 Макс, Макс сказал, Макс сказал. Хуесос, клип есть? Так, Даша, тебе скинул, ты готова? Только молчите. Да, да. Все, раз, два, три. Да нет, не имеет значения. Погнали. Ты человек? Нет. Животное? Да. Так. Дикое животное? Нет. Ну, что так легко, они вам. Ты домашняя животное? Домашняя? Макс, мы одновременно да. сказали. Да. Она капибара. А, тихо. Нет. Может быть, курица? Собака? Второй, да. Первый нет. Курица? Собака? Нет, нет. Да. А нужна порода, да, какая-то или что? Не имеет значения. Собака, так. Бетховен? Блять, собака Бетховен. Ну, типа, в домашнее животное. Что нужно называть? Спрашивайте. Эта собака живет в квартире? Не имеет значения. Это большая собака? Тоже, наверное, не имеет значения. Я потерялась, Аня, не понимаю. Тоже имеет значение. Живое, собака. Блять, а что за что? Типа собака, блять, что нужно? Ну да, собака. Задавайте вопросы, девочки. Баха, спасибо за рейд, Баха, спасибо за рейд, гэнг. Выебал малышку? Может, не из нашего, как не то чтобы, из комиксов каких-то, может быть, собака? Ты в нашем мире находишься? В нашем мире? Нет. Мультик какая-то вселенная? Да. Гуфи? Да, абсолютно верно, нихуя себе. Ебать. И они быстрее. Бля, у меня таймер сломался. А почему у тебя таймер на 48 застыл? Да, да, потому что я... Да, потому что я, короче, этот, я замутил микрофон, и оно слетело. Там сколько там секунд было, чат?
Ну, короче, почитайте кто-то. Да, вы ответили правильно, там поменьше секунд у вас точно. На секунд 10. Много поменьше, там пиздец разница огромная. Короче, Модре, почитайте, пожалуйста, кто-то с таймером, если вам не сложно. До конца. Нормально, нормально, все. Мне теперь это... или Стас? Да я. Дайте мне слово. Так что Стас не может. Может, так может. Это не Эли, сука. Эли здесь слова объяснять. Короче, Модре, кто-то почитайте, пожалуйста, если вам не впадло. Так, сейчас. Давай пусть Стас. Давай. Пусть Стас. Какая разница, все будут, блядь. Все будут? Да, и Макс тоже будет. Долбоёб. Так, Стас. Я тебе кидаю, Стас. На нахуй. Скринил. Меня отправил. Красавчик. Сам-то унитаз ебаный, блядь, давай. Готов? Все, раз, два, три, погнали. Ты человек? Нет. Ты животное? Да. Животное из... Что еще раз? В реальном мире существуешь? Не имеет значения. Ты из мультика? Да. Далматинец? Нет. Вольт? Мухтар? Нет. Нет. Подожди, ты в новом мультике ком-то? Нет. Ты дефолтное животное, типа собака, кот, да? Какое-то такое? Нет. Кто ты? Мышь? Нет. Кот? Ты в лесу живешь? Нет и нет. Ты птица? Нет. Ты домашнее животное? Нет. Ты дикое животное? Да. Лев, король лев, Маугли, джунгли? Нет. Панда. Это Тимур и Пумба, нахуй. Нет. Тимур. Из Макдональд, блядь, из Мадагаскара? Мадагаскар? Нет. Из Маугли? Нет. Пимба. Да! Симба! Да! 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 Ебать! Ебаться в жопу, коты, блядь, как это? Ебать, Макс! Макс, когда ты 10 этих перечисляешь, то, блядь, как ты надеешься, чтобы он тебе ответил, блядь? Да там на чуваке все работает, забей. Блядь, какой же, блядь, Рома хуесос? Когда они еще отвечали, у них время остановилось. Мы сейчас уже ответили, у нас время еще идет, блядь. Блядь, какой ты, сука, тих, да. 53 секунды было. Так он и в прошлый раз тоже нет, ну, типа, времени не стопало. Да, все, тише, шефу надо помостить на меня, ебать. Тимур и Пумба. Так, девочки. Ну, как Ваня сказал, да, не Ваня. Это Ваня так сказал. Хорошо, сейчас я кидаю, Ваня. Ты глядай, кидаешь. Да. Так. Сфоткал? Фоткаешь? Ты Моник фоткаешь? Да. О боже. Так, ну ебать, ну что это за реакция? Нормально все там. Тут же девочки в тильте у тебя. Ты не можешь просто, ну как бы... А ты не можешь ебать этот, помолчать и погнали. 3, 2, 1, погнали. Ты живой? Да. Человек? Да. Знаменитый? Из нашего мира? Да. Актер? Да. Роберт Дауни-младший? Нет. Ди Каприо? Нет. Ты мужского пола? Нет. Ты не мужского пола? Нет. Блондинка? Нет. Брюнетка? Да. Пенелопа Круз? Нет. Меган Фокс? Нет. Сейчас, подожди. Ты снималась как... Нет. Снималась в какой-нибудь франшизе популярной? Да. Звездные войны? Нет. Гарри Поттер? Нет. Марвел тоже нет. Да. Марвел? Да. Вдова? Вдова? Нет. Это ведьма Алая? Нет. Может быть, этот агент, который, блядь, я не помню, как его зовут. Из Человека-паука? Да. Я уже понял. Зиндая? Абсолютно верно, Зиндая. У них тоже 53-я, ну такая, 53-я, как будто бы 52-я, нахуй. 52, да, 52. 53-я. Нет, у вас 52-я. 52-я 100%. Так, но в любом случае, девочки... У вас, окей, давай так, у вас 53-я, прям 53-я уже... Так, Том Реддл написал 52-я. Том Реддл, Модерн, написал 52-я. Нет, у них 52-я точно. Том Реддл. Так, все тихо. 53-я, можно сказать 54-я. Том Реддл, а до этого что было у девочек? Какая секунда? Мы сейчас. По первому все равно проебываемся из-за... Да, вы по первому проебываетесь на секунд 20.
Но сейчас, если девочки этот, по сути... Время еще считается, если этот, ну, неравное количество, поняли этот? То есть, если вы сейчас, пацаны, не угадаете, а девочка угадает, они выиграют. Давайте, что-то сложное будет? Тю! Не знаю. Так, Макс, я тебе сейчас скидываю. Фотографию. Фоткай, Ром, давай. Тише, тише. Да не будет сейчас такого. Фоткал, Ром. Когда вы рассказали про Марвел, когда вы сразу сказали про Марвел, я сразу подумал про Зендею. Зендею. Вообще. А у меня с Дюны больше. Да, да. Не, у меня Дюны не смотрел, даже мне похуй. А мне ассоциируется, когда я с Питер Паркером летал по этим. Я просто, я, если честно, ну типа... Нет, не увидел, там рад. Ну бля, Макс, помолчи. Ты не знаешь, кто это? Нет. Все, тихо. Загугли себе этот. Рейд был? Да как? Да знает он 100%. Он сказал, не знает. Парни, быстрее в первое. Да, я понял, надо знать, насколько. Все, окей. Вы готовы? Да. Три, два, один. Ты погнали. Ты живое? Да. Ты живое? Ты человек? Девушка? Да, да, да. Ты девушка? Оба, да, да, да. Ты... А, снималась в порно? Нет. Снималась в сериалах? Не знаю, нет, скорее всего. Не основной дети. В фильмах? Нет. Связано с пением. Ты певец. Да, 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 да. Ты популярный. На английском, поешь? Да, да, да. Билли Айлиш? Риана. Нет, нет. А, ты ее до этого не знал, пока не чекнул, да? Ну, знал, но вообще они ничего. Да, нет, не имеется. Тот же Кэт. Нет, нет, нет. Ариана Гранде. Нет. Ты все еще делаешь музыку до сих пор современную? Вроде. Земфира! Нет. У тебя, ну, ты типа мега популярная звезда. Да, 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 да. А ты что, ты просто песни поешь? Или там рэп какой-то? Рэп? Рэп? Я не знаком с ней тоже. Нет, скорее нет. Блядь. Нет. Лупа? Нет, нет, нет. Дуа Липа? Нет. Блядь. Я не понимаю. Супер популярная, нет. Блять, супер популярная, ты ее не знаешь? Это, блять, Белли, как там? Да. Мадонна? Нет. Галить Гага? Нет. Да ебать! Пиздец. Шакира? Да, ебать, что нахуй? О боже, нахуй. Вы что, ебанулись на голову, нахуй? Как их угадывать, блядь? Ты угадал же? Всех сказать, блядь. Я вообще ни одной... Ну, типа, может, знаю какую-то песню, но я хуй... Не, вообще хуй знает. Так, девочки, ну если вы сейчас прям... Давай, Ром. А, это ее трек? Да. Я даже ни одного трека ее не знаю, нахуй. Кому, Даша, да? Или... Не, или кому сейчас? Мне. Да мы проебали, забейте. Ну, сомневаюсь. Секунда. Охуенно, вообще, блин, Ром. Сомневаюсь. Если бы это еще, кстати, Лере был, я уверен, что она бы назвала, блядь, нахуй на -47. Ты знаешь, кто это, Лер? Да, я в курсе, кто это. Или что это? Сейчас можно я на секунду просто проверю, уверен? Можно. Да, все правильно. Будь здоров. Блядь. Будь здоров. Так. Три, два, один, ноль. Это человек? Да. Мужчина? Ты мужчина? Да. Актер? Нет. Ты певец? Нет. Ты художник? Блогер? Нет. Нет. Спортсмен? Нет. Ты известный человек? Да. Ты какой-то политический деятель? Нет. Писатель? Там? Нет. Не писатель, не художник, не актер. Ты режиссер? Нет. А певец спрашивали? Да, спрашивали. Боже, ты, блядь, кто ты? Ты строитель? Нет. Архитектор? Нет. Со спортом как-то связан? Нет. С кино как-то связан? Нет. Ты комментатор? Нет. Ты киберспортсмен? Нет. Блядь. Известен? Повар? В наших кругах он известен? Не имеет значения, наверное. Ты повар? Нет. Ты... Ты настоящий вообще? Да. Тебя показывают по телевизору? Да.
Иногда. Кто-то, блядь, Илон Маск? Нет. Какой-то олигарх. Какой-то компьютерный гений? Да, да, да. А, Стив Джобс? Нет. Как его зовут? Кутценберг или как его зовут? Нет. Нет, нет. Не Марк Цукерберг, нет. А как... Компьютерный гений. Ну это пиздец сложно, прям пиздец сложно. Это Билл Гейтс, да? Я ненавижу. Нет. Это намного сложнее, чем, блядь, Шакира. Это пиздец как сложно, чем Шакира. Да нет, это легко. Это сложнее, чем Шакира, Ром. Не спорь. Ну, я не знаю. Сейчас увидите, кажется, кто это. Чел, мне кажется, чел из Apple такой худой вроде, нет? Тим Кук. Так ебать, вам просто спросить. Предприниматель? Нет, ну просто. Один вопрос. Предприниматель и все. Я не знаю, кто это такой. То ебать, iPhone выкини нахуй в окно свой тогда. Хорошо. Не он его сделал, а Стив Джобс. Побежишь за ним. Да, похуй. Опа. Так, парни, поздравляю с победой. Не, вам просто один вопрос. Блин, Шакира и Тим Кук, охуеть. Так вам просто надо спросить, предприниматель? Да, и все, и там что там осталось, блядь? Я не знаю, а мы действительно... Не знаю, но это для вас кажется... Это для вас кажется Шакира. Да, это вам кажется, что Шакира это супер легко. Типа, это просто повезло, что... Ну не супер, но просто на рандоме, нахуй. Так я вообще... А, окей, там рядом. Я ее имя слышал, но я в душе не ебал, кто это вообще. Вот у меня так же скинули. Не, знаю, как она выглядит, но типа... Да и песня я ее, типа... Так, парни, давайте. Сколько процентов мужчин готовы уйти в декрет вместо женщины? Мне кажется, очень мало, 20. Мне тоже так кажется, вообще супер мало. Давайте. Сколько готовы уйти в декрет вместо женщины? Давайте выберем процентов 15 по угару. Мне кажется, 20 можно выбрать, типа, либо 15, либо 25 будет. Да не, мне кажется... Ну, как будто бы 10-5 это очень мало. Ну давай... Ну давай... А 20 мы и 15, и 25 хватает. Да, давай 15. Козел ты ебаный. Да не, как будто 25 это дохуя, нет? Ну, говорю, 20, типа. Давай 20, похуй. Ну, и похуй, да, 20 это нормально. Это очень, ну, ладно. Ну, мне кажется, точно не 5, не 10, и поэтому, а типа, вдруг, 15, наоборот, 20, 10. 25. А вдруг, наоборот, 10. Прикинь, четверть мужиков всей планеты готовы уйти в декрет. Это ж вообще, типа, дохуя, не? А, давай 15, похуй, давай. Я тоже с Максом согласен, поебать. 15%? Что... Да, будешь сейчас что кричать. Я же говорил, блядь. Ну, я просто скажу, что хуесосы ебаные. Так, сейчас, секунду. Ну хорошо, давай, ладно. Давай, Макс, сделаем так. Мы выберем 20, если что, то Стас хуйсос. Нет! Да, давай. Перекинем все на него. Как, какой процент? 15, 20 выбираем. Окей. Ебало, завалите хуесосы ебаные. Все завалено. А, ебать, два раза вы в точечку попали. Ебало полностью завалено, как бы, блядь. Найс. Так, Элиас, кто из вас хочет отвечать и... А мы все равно бы выиграли. Мы 15 выбирали. Да, да. Ну так вы ну, прям... Ну заебал остался тогда. Так, блядь, я выбрал 20. Мне ну так вы на Пук Чемпионшип попали. Это ну, я в Элиас пойду на девочек. Да. Ну, так, хорошо. У девочек будет Аня отвечать, у парней. Ты к мальчикам пойдешь. Хорошо. Че? Так, подожди, мы вдвоем слова объясняем, кто-то одному? Нет, один. Я объясняю слова. Давай. Давай я. Похуй. Сейчас. Всё, ты. Кто первый, объясняю, девочки первый. Или мальчики? А, ой, первые пусть девочки будут. Они очень хотят. Очень хотим. Очень хотим. Так, кто объясняет? Ты, Ань? Да, а тут как будет? Так же, как мы играли или по-другому? Смотри, тут будет... Вообще пиздец по-другому. Тут будет 15... Ты свалите, Вал. Тут будет 15 слов. Это же Рома Криско, ты такого Элиаса никогда не видел. Да и Вал закройся нахуй. Смотри, я тебе кидаю 15 слов прямо сейчас. Ты их объясняешь сверху вниз, если не... 15 жаришь? Бля, хуесос ебаный. Где он их столько нашел? Гандон. Подожди, пускай объяснит, я никак не понимаю. Да, пускай Ваня объясняет. Супер мега, мега галактический Элиас. Такой ты еблан, сука. Смотри, я тебе скинул сейчас в ТГ 15 слов. Смотри, смотри, блядь. Жить надо или нет? Бля, Ваня, ебал, нахуй, закрой свою, сука! Слышишь, Миша, не открывай, просто догадайся. Нет, подожди, мне уже... Да, 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 тебе надо открыть их. Прямо сейчас? Прямо сейчас? Завтра откроешь. На утро. Я открыла. Так, смотри, у тебя есть 15 слов. Они идут сверху вниз. Ты также объясняешь сверху вниз. Если ты не знаешь слова, то ты говоришь скип, и мы к нему больше не возвращаемся. Полторы минуты будет вроде, либо две, ну похуй. И тебе надо успеть объяснить это все за менее раннее время, чем парни. Если ты что-то пропускаешь, ну мы к этому слову не возвращаемся больше. Всё, ладно. Сука. Бля. Вы готовы, девочки? Угу.
Так, и когда ты будешь готова, то говори готово. Я готова. 3, 2, 1, погнали. А, из нее стреляют ядрами. Лук? Ядрами. Пушка, пушка, пушка. Правильно. Пушка. А, застреляются люди, когда в другой город приезжают и там ночуют. Отель? Отель, гостиница. А, висит на потолке дома у всех практически. Лампочка, люстра. Правильно. А, там дети появляются на свет. Роддом. Правильно. А, записываю домашнюю работу, контрольный. Дневник. Дневник. Нет. Тетрадь. Журнал. Правильно, правильно. А, так, от хлеба маленький кусочек отламывается. Совсем. Крошка. Совсем маленький. Правильно. А, вещи туда складывают перед поездкой куда-то. А, чемодан. Шкаф, правильно. Чемодан. Ой, шкаф, блядь. Так, был такой, по-моему, император, и салат есть такой еще с курицей. Цезарь. И сухариком. Цезарь. Правильно. А, маленькое домашнее животное живет в клеточке, меньше крыши. Шиншилла. Хомяк. Правильно. А, туда собираются потанцевать, пойти все вечером в деревню. Дискотека. Дискотека. Правильно. Клуб. А, добавляют в пюре, и оно растекается в конце. Масло. Правильно. А, воображаемое животное, похожее на коня. Единорог. Единорог. А, когда включаешь штучку для письки, чтобы подочить, какое, что она издает. Вуманайзер. Вибра. Нет. Вибрация. Во, правильно. А, так, продают в банках. Типа, что это? Акции. Знаю. А в банках, типа, в каком плане? Типа, с маслом, мясо там. Тушенка. Это, консерва. Правильно, тушенка. Правильно. Чуть ниже ляжки находится, что у нас на ноге? Бедро. Ниже. А. Коленка. Правильно. 20 секунд что? Осталось. Да, абсолютно верно. Задавай. Давай, Вадим. Давай, удачи. Мы въебали. Но мы въебали, она хорошо еба... очень бесплатно. Она ебай, она как робот еще сидит, еще в телефон так смотрит. Она как будто, знаешь, у нее каждому слову объяснение, она его просто читает, блядь. Ты когда сказала банка, я думала, блядь, ну типа в банке именно. Нет, я не знала, как ты шоу. Нам пизда, мужички. Не, Вадь, давай вот соберись, я говорю за себя. Каждое слово я умираю за 3 секунды. Красавчик, блядь. Да, ты Ромчик, давай. Я почувствовала вибрацию, так сказать. Давай, Ромчик, скидывай. Сейчас. Ладно, я уверен, что Стас сейчас будет просто по первому. Сейчас тебе первое слово будет цистерна, нахуй. Да я тебе скажу, ты уже говорил, только цистерна. И мы такие, я пачка! А давай второе какое-нибудь, давай. Аппликация, блядь. И залупа коня, нахуй. Хорош. Так, Вадя, сверху вниз, если не знаешь, что вы говоришь, скип. Мне же можно прочитать, да? Ты ей давал? Ты можешь, ну, нет, ты можешь, ты можешь у себя... 15 угадал, ты можешь... Но скипнешь, мы проебали. Да, ты можешь про себя прочитать еще. Сейчас. Так, ну первый уже цистерна, понятно, блядь. Первая цистерна, это понятно, блядь. А что вот это такое, подожди. Ну ладно, это я точно знаю, но просто чисто так. Бля, я даже не могу понять этот... Какой золото... Как мне вот это объяснять быстро? Вот это. Ну. Ну, блядь, там по-любому будут говорить другие слова, нет? Блядь. Да, но ты думаешь, что они прям скажут? Пури-папури. Ну да. Пури-пури-бу. Так. Там. Вот так, типа. Ладно, похуй, давайте ебашить. Вы готовы, мужички? Да. Вы да. Помните, где мы? В парке? Да, на, давай, возле давай, табуретки. Давай, поехали. Так, на раз, два, три. Вадя, сверху вниз, все, на раз, два, три. Да. Раз, два, три. Художник! Погнали. Мультик есть такой, молокосос. Босс-молокосос. Молодец. Босс. Смотри, ебашит вот так сено, ебашит такой штукой, еще смертные приходят. Молодец. Самолет что делает? Летит. Одно слово. Не, одно слово, в самом начале. Взлетает. Сам начале. Взлетает. Да, взлет. Хорош. Собирают что? Собирают? В селе. Что ж собирают? Овощи, посадили, овощи. Посадили и собирают, плод, собирают. Плод, плоды, так, плоды. Не, по-другому. Называется еще как врач у женщин на буквы, на эту букву. Мамонов. Собирают, в селе морковь. Собирают. Да нет, слово это общее слово. Урожай. Молодец. Есть оригинал, а есть... Подлинник, подделка. Фейк, подделка. Молодец. Имени Чехова. Когда поют. Университет. Нет, вместе поют. Имени Чехова. Вместе. Хор, марш. Хор, марш. Нет. Бля. Дуэт. Хорош, красава. Хорош. Смотри, ты когда берешь что-то в руку и делаешь вот так вот, кидаешь. Жать. Что это? Как это можно сказать? Кидаешь. Бросить. Бросок.
Молодец. Такая жижа, короче, такая как... слизь. Это там с мясом. Жижа с мясом такая, понял? Гуляш, гуляш. Нет, жижа с мясом. Холодец. Хорош, ладно. В жопе бывает, бабушка еще говорит, типа, что ты ничего не ешь, у тебя что, в жопе? Шила. Нет, ты почему не ешь, что у тебя в жопе? Грибят. Хорош, молодец. На руку одеваешь, такой еще девочкам бывает, часы. Дарят на руку. Ремешок. Нет, браслет. Нет, 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 молодец. А, ты в машину сел, что ты первое взял, чтобы крутить? Руль. Чтобы она, молодец. Есть санти, а есть, вот что я не сказал, санти? Хника. Слово скажи! Меряют. Санти. Хорошо, молодец. Кладут в квартире, кладут такую на стены. Нет, на стены. Молодец. Когда горит, надо что вот эта штука такая? Огнетушитель! Молодец! И когда кто-то возле тебя спит очень громко... храпит, храп! Хорош. Я ебал нахуй! Нормально! Блять, Рома, я тебе горел, с этим будут проблемы, блять! Ну да. А что у вас проблемы? До этого. Ром, подделка и подделка-то разные. Я слышу слово подделка. Я тоже слышал. Ну ладно, в любом случае девочки выиграли по времени. Ну можете... Да. Нет, мне больше всего понравилось. Звучало, о, жижа! Ха! Жижа, хала! Да я хотел сказать, холодная, типа, блядь. Да ебу на этот, сука, этот, блядь, урожай, блядь, это просто пизда, нахуй. Девочки. А чё, всё? Что-что? Да. А я думал, каждый будет... Не-не-не-не. Девочки, сколько процентов женщин не устраивает секс с любимым? Боже. Так. Так, ну одну из вас точно устраивает, так что 30% уже есть. Меня устраивает, всё. 36% есть. Нет, получается 100? Кажется, мне кажется, 55. Опа. 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 Схуяльте, схуяльте, так кажется. Некоторые стесняются там сказать. Что-то ты это... Не понял. По-моему, это признание было сейчас. Стесняйся, можешь сказать прямо. Многие не говорят вообще. Да, да. А, вот оно как, блядь. У кого-то сегодня будут разговоры, походу. Сегодня будут выяснять. Не знаю, мне кажется, процентов как будто бы 40-45. 40-45. Или вы, блядь. 45, давай попробуем. Дай 45, да. Но то в прошлый раз мы не... Блядь, Стас так сказал, как будто обиделся прям. Нахуя. 45? 40? Давай 45. 40 или 45? 45. А это конец 40? Уже? А если по-другому финал сказать, если он твой любимый, то тебе похуй, потому что любовь придает бури-бури, поэтому 10, о, идите нахуй. Согласен? Блядь, о-го. Что? Да нет. Что ты сейчас сказал? Что сказал? Я не знаю. Ну, типа, секс с чувствами, он же, типа, пиздатый, не? Нет. Если твой любимый человек... А при чем тут... Да, Алексу это скажи. Он не умеет. Не поверит. Если не устраивает, как это с любовью связано? Давай, регайте, сколько... Так не умеет, это что, блядь? Ты же любишь человека, а не секс с ним. Сколько, девочки? Какой-то человек подходит. Ну, 45 мы хотели, ты там вроде, не? 45. Нажимай, похуй. А вот так. Блядь, 30 надо. А вот так вот, девочки, сосать. Вот как раз, кстати, кого-то из вас одну не устраивает, а, по статистике. Меня все устраивает. То есть тут написано... Даш, что ты молчишь, блядь, скажи им, Даш! Даш, ну скажи им, ну что за хуйня, меня троллить будут! Пусть тебя троллят. Понятно. Вот теперь и все стало. Рома, разводись нахуй. Ладно. Перехожу на мужской. Так. Обмен ролями. Ладно, в этот раз обмен ролями не получился, но я надеюсь, что игры из вас играют все, да в любом случае играют все. Нет. Поэтому тут финалы, блядь, будут с играми. Ебаная, блядь. Так, кто хочет первый? Давай девочки. Мы первые, девочки, начнем, не? Хорошо, да, девочки. Что надо делать, ты знаешь? А как у нас по баллам? 12-6. Да мы все равно въебали. Парни, сука, не, если руинил, парни сейчас не ответят... Что заруинил я? Если парни сейчас не ответят... Этот... Долбоеб! Если парень сейчас не ответит этот, а вы ответите на все, то, вопрос, то ничья будет. Кандон. Ну давай. Что надо делать вообще? А, есть возможность... Смотрите, еще, да? У нас есть карты. Хех, что ж. Из разных игр. Халява ебаная, пойду пописью. Ага. Есть игры. Так, ну GTA... А, GTA здесь нету, да? Бля, Геншина не жром. Бля, не повезло так как. Бля... Так. Охуенно просто. Ну, я же играю. Рома, переходи на боевол, окей. Я тебе дам, сука, хуесос, рот закрой свой. По-моему... GTA здесь нету. По-моему, RDR 2 это вот самая первая слева. В смысле, GTA нет? Нет, GTA.
Мафия, это РДР 2 должна быть самая огромная. Я помню, у Ромы было на шоу, и там еще они выбирали, какая, короче, это было тоже в этом шоу, какая карта самая большая, самая большая была Red Dead Redemption 2. Пиздец, для меня это вообще пиздец. Ну, в общем, это вообще легко. Я только знаю тут три. Мафия это не, вот видишь, такая типа второй ряд, первая. Четвертая получается. Четвертая, да, это мафия, да? Четвертая это мафия. Смотри, всякие скалы и так далее, это возможно. Я надеюсь, парни, вы на это дерьмо ответите. Мне кажется, это Days Gone, это первое, да? Блять, а Days Gone это про зомбари или что это? Да, это на мотоцикле, где тип катается. Вот это... Days... Far Cry. Сейчас, подожди, блядь, Days Gone, это где там чел с зомбарями на мотоцикле? Отключат, нахуй ты думаешь? Вадь, нас здесь наебали, понимаешь? О, блядь, тут обмен ролями, то есть они отвечают на мужское, мы отвечаем на женское. Нет, то есть, да, он сказал, что там такого... одинаковые, там нет такого, он сказал одинаковые. Марк, помоги нам! Помоги нам с картами. А, ты тут с ответами, блядь, ебать, как это ультра легко. Я не играл. Какая? С ответами мега легко. Ой, короче, блядь, как будто бы последнее, это Days Gone. Ну хуй знает. Не могу вспомнить карту Days Gone. Короче, третья... Сука, я блин сейчас, блядь. Сука, я тебе, блядь, лбан. Что? Третья это Far Cry. Третья Far Cry. Так, я записываю. Получается, третья Far Cry, четвертая это мафия. Да. Вторая, мне кажется, это как раз-таки-то РДР, потому что она самая как будто огромная здесь, нет? Судя по всему, что там есть, она как будто прям подходит. Здравствуйте, это Яндекс.Еда. Мы хуесосы. Вы ждали заказ 2 часа, но мы не смогли найти вам курьера и пришлось отменить заказ. Вот вам 10% скидки. А мать у вас шлюха еще вдобавок. Ну вас хотя бы оповещают об этом. Стас. Замолчи. А Fallout, это же тоже огромное какое-то у нее. А Fallout, это, наверное, пятое. Насколько я... Пятое может быть Fallout, кстати, да. Да-да-да, скорее всего, это Fallout пятое. Skyrim, получается, первое и последнее Days Gone, правильно? Какая большая Days Gone. Ну да, там... А РДР какая? Вторая? Вторая, да, как будто. Ну все, давай тогда допикаем. Короче, Ром, первая это Skyrim. Бля, ебать, башка болит. Ау. Вторая это РДР. Это РДР. Так. Третья это Far Cry. Третья это Far Cry. Не Far Cry, да, Far Cry. Far Cry, четвертая мафия. Так. Пятая Fallout. И последняя Days Gone. Окей, я принял ваши ответы. Итак. Девочки, последняя Far Cry. А, блядь, последняя Far Cry. Ну, так. Мы угадали, блядь. Вы только две не угадали. Days Gone с Far Cry перепутали, да. Так, ну вы четыре угадали, ну нихуя, кстати. А вы уже не выиграете, да? Да. Да. Так, парни. Бля, ну я даже не знаю, что... А, так это легко. Да ну нахуй! А ну нахуй! Бля, почему так легко? Майлз Моралес — это Человек-паук. А кто из них Майлз Моралес? Нет, подожди, давай порассуждаем. Кто из них Майлз Моралес? Майлз Моралес — это Человек-паук. Гордон Фриман, Майлз Моралес. Джонсон Прайс — это, по-моему... Блядь, а вот, кстати... Солид Снейк — это вот этот, да, который справа сверху? Гордон Фриман — это Хэлфлиф. Солид Снейк — это должен быть вот этот пятый чел. Блять, или долбоёб, подожди. Solid Snake это же этот, блять, Splinter Cell чел? Джохан Фрайс это из этого, из Call of Duty, нахуй. Вот он либо первый, либо четвертый. Первый Call of Duty. Первый? А четвертый, да. Это откуда? Это должен быть Solid Snake, мне подожди, кажется. Подожди, Шепард это не пятый? Как будто этот, это предатель какой-то или нет? Не, смотри, у него даже нашивка на или плече. Или это не, видишь, то, я говорю? Змея на нашивке на плече даже, по-моему, видишь? Solid Snake. Это, по-моему, змея на, да? Нашивка. Я просто не мега знаю, не уверен, я не играю. Но Solid Snake это, по-моему, блять, этот. Со Splinter Cell чел. Ну давай. Получается, потом Мистер Шеф это... Подожди, Мистер Шеф и кто остался? Джон Прайс. Подожди, ну Джон Прайс это должен быть, наверное, четвертый, не? Что-то сначала мега легко было, а потом что-то, блядь, задумался. И нелегко. Ну смотри, короче, Моралес это Человек-паук. Фриман это из этого вот. Half-Life, да. А Джон Прайс это первый из Call of Duty. Да. Остался Solid Snake. Джон Прайс точно первый. Ну, по-моему, да. Я хуй знает. Просто остальных вообще не знаю. Но если Call of Duty, то это первый чел. Я знаю. Да, я знаю Джон Прайс. Это первый чел.
Пятое, это пятое. Шепард, Снейк и Чиф. Давай, гоу, я все скажу, гоу, я все скажу. Снейк это четвертый. Да, я скажу, смотри, похуй, смотри, давай, Рома, ты готов регать? Да, давай. Давай, Майлз Моралес, Человек-паук, а ты будешь сразу отправлять или нет? Нет, не сразу. Давай, Майлз Моралес это Человек-паук, Джош Шепард это третий, Гордон Фриман это второй, Джо Прайс это первый, Солид Снейк это пятый, и Мастер Шиф это вот этот, который... Нет, четвертый. Все, давай. Похуй вообще, блядь. Ничего неправильно, да? Два неправильно. Два неправильно. Мастер Шиф это как будто было прям... Блядь, Майлз Моралес это, конечно, вообще разъеб. Четыре, да, правильно? Ну, похуй, блядь, да, четыре, да. Правильно. Да все равно заебись, блядь, я еще... Я знал тут только двоих. Ебать, там. Такое редко бывает, парни выиграли девочек, поздравляю, девочки, не сегодня, к сожалению. 16-10 счет. А, это с Metal Gear, чел, блядь, я не Splinter Cell, ебаный хуй. Все, блядь, меня аж горло нахуй. И в этом чат... пошли нахуй. И в этом чат триггернулся, когда вы отвечали на последнее. Говорят, блядь, да вам только казики крутить, хуесосы. Я не знаю, я не играл в игры. Кстати, это... Да? А будет Касс? Я не знал это. Все. Это Джо Шепард, вот я не знаю, кто это. А будет Воронины, Макс? Да, завтра с Ромчиком в 17:00. А сегодня не будет? Все, спасибо огромное, можете выключать свои вебки. Спасибо огромное, кто пришел. Спасибо огромное. Спасибо, что позвал, Ром. Да, спасибо огромное. Всегда приятно побеждать, Ром. Спасибо, зови.